А мы продолжаем мучиться с донатом в гриде. Надеюсь, что Вейсман это ответит на твой вопрос. Да, поехали. Пожалуй, почему бы и нет. Если, конечно, это будет неплохой билд. А, Curse of Unknown. Здесь интересная работа. Нет. Я не очень хочу играть с Curse of Unknown. Ну, это хотя бы что-то. Уголь и Библия. Дэмэдж неплохой. Дальность полета слез. В принципе, нормальная. Терзапов пока что тоже вроде бы хватает. Можно спойлер под про голову сатаны. Спойлеры. Нет, чё. Артефакты в Айзеке можете обсуждать сколько хотите. Не вижу в этом никаких спойлеров. Просто если человек... не живет в каком-нибудь, блин, не знаю, в каком дупле, блин, в лесу, то он смотрит на ачивки и знает, что там есть. Да и про голову сатаны, по-моему, все более-менее в курсе. Так, мне понадобится ключ, мне понадобится, не знаю, HP Up, наверное, неплохо бы взять за 7 монет. Да, определенно было бы неплохо взять HP Up за 7 монет. Камон, почему это... Господи, Макмиллан, убери отсюда этого босса. Просто убери нахрен отсюда этого босса. Обычный босс. Ребята, обычный босс на бейзменте. Окей. Либо добавьте этого босса в этот самый, в пул бейзмента. В обычные забеги. Чтоб у людей пердак горел не только от хаунта, но и от... Иди ты! Да иди ты, Макмиллан, Тайрон, кто, не знаю, всех надо выучить и по именам просто хренососить каждый раз, когда вижу этого босса. Может быть, их кто-то замучает, а они что-то сделают. Не, может, конечно, это из-за того, что я Крикет Хэд поднял, и у меня дамаг есть. Может, все-таки игра понимает комбо. Но это просто ужас. Лол, зато супербосс это у нас пин, который умирает от двух тычек. А вот это у нас супербосс, ребята. Супербосс. Не просто босс, а супербосс. Lemon Party. Я думаю, что да. А, легкая монстра, да ладно, блин. Супабаус, ой, супабаус, вот это точно. Договоришься, они добавят? Слушай, пусть уже добавят, а? Я хотя бы буду знать, что ожидать от него. От Макмиллана я и так знаю, что чего ожидать. Всякого дерьма.
Так, знаете, что мне нужно? Шот спидапы. Много. Сейчас я проснусь и гореть перестану. Хотя нет, я воспламенюсь с новой силой. Я как феникс. И в жопе возгорится пламя. Но тем не менее, с чуваком насчет багов я тебе все равно не верю. Я скорее верю кобальту. Уж прости. И уж прости, если обидел. Но с утра, 3 часа дня, я не особо дружелюбен. Особенно, когда мне предстоит неделя ремонта. Супабаус. Снова Супабаус. Супабаус у нас теперь чап. Блин. Как обычный босс бейзмента может быть сложнее, чем босс Кейвс. В смысле, это вообще лох, а не босс. Он чмо. Чмо. Он как Аквамен мира боссов. Даже хуже. Два угля. Эй, два угля хайп. Больше угля, богу угля. Я себя очень плохо вел. Мне аж целых два угля дали. Это же изи босс. Какой из них? Нет, в яйцо я не превращаюсь, нет. Я другой феникс. Вообще, я хотел бы взять Роберт Цемент, но мне кажется, что толку от него сейчас не будет ровно никакого. Ну, да ну блин. Да. Да. Потому что двойное использование гвоздя — это must have. Неделя ремонта. Опять человек сосед себе стелился. Не, люди рабочие. Я просто высыпаться в это время не буду. И стримить не смогу. Лучше бы я стримил, блин. О, да. Шот спидап и спидап. Отлично. Слава, блин, богу. $1700 в месяц, Quickly. Господи, откуда ты, чувак? Серьезно, откуда ты? Откуда у тебя такой дорогой интернет? Я просто охреневаю. У нас все инновации, технологии, блин. А у людей интернет... у людей нет банально, у людей нет интернета. Я нахрен в шоке. Этот весь болт целиком, или Рост целиком, Беларусь целиком, или как он там у вас называется, Бел целиком, по-моему. Монополисты практически в городе и имеют вообще любые деньги, потому что у людей выбора нет. Кошмар просто. 1700 рублей. Я столько платил лет 10 назад, наверное, за ADSL. Кстати, у, блин, Рост телекома. Мой привет Рост телекому. Спасибо вам за офигенные 4 мегабита за 1000 с лишним рублей. Ребята, вы просто best of the best. Ростелеком, блин, кто бы сомневался, слушай. 2015 год, Ростелеком продает интернет за 1700 рублей в месяц. Охренеть, еще небось и скорость небольшая, да? Все ругают Ростелеком. Слушай, видимо, ты реально везучий. Действительно, качество связи. Я обслуживался у них очень долго. Ничего хорошего сказать не могу. Отговаривать от пользования их услугами я, конечно, не стану. Потому что у некоторых просто выбора нет. Ну и как бы это. Может быть, кого-то действительно все устраивает. Но то, что у них очень дорого, и то, что у меня были постоянные, если верить их сайту, аварии на магистральном канале, вот это да. Вот это вне каких-либо сомнений. Какие-то проблемы, заходишь на сайт, авария на магистральном канале. Еще одна проблема, авария на магистральном канале. Все авария на магистральном канале. Не важно, что произошло. Вообще не важно.
Я думаю, даже если бы их уборщицу переехала танком, они бы все равно сказали, что у них авария на магистральном канале. У меня интернет, кстати, тоже не дешевый. Диалог 500 рублей в месяц, но почти под 100 мегабит, как бы, и вообще проблем нет никаких. Тьфу-тьфу-тьфу. Слава богу. Если с трекера качать там с какого-нибудь, то под 11 мегабит может лить. Но только толку от этого нет, потому что все равно жесткий диск не запи... жесткий диск у меня уже не справляется со скоростью. То есть мало ли, что он качает 11 мегабит, но все равно записывает гораздо медленнее. У меня даже в Стиме часто бывает, что, знаете, как там, жесткий диск, столько-то процентов, ну, такое-то, такая-то скорость, и там, скачивание, такая-то скорость. Вот. Чаще всего запись на жесткий, она ниже, чем скорость. Поэтому в скорости я все равно ограничен. Так что 100 мегабит для дома нафиг не надо. Но нам давали на халяву, поэтому почему бы и нет. Не люблю этих, блин, призраков новых красных. Коммунистические свиньи. Ай, блин, у меня аж полет нет. Коммунистен! Вот ты ж урод. Народ пошел жаловаться на интернет. У всех все плохо. Да. Но, смотрите-ка, супербосс. А я еще помню времена, когда нужно было брать карточку, звонить оператору, говорить ему номер, говорить ему пин-код карты, активировать интернет, скажем. Точнее, даже не активировать интернет, а активировать карточку, на которой было там, например, 30 рублей. То есть были, ну, самые дешевые, которые я видел, это были по тридцатнику. 321, по-моему, называлась местная. Вот, звонишь, называешь, ну, собственно, как бы данные карты, по-моему, называешь. По-моему, тебе на этот же номер и накидывают. Вот, довольно-таки прикольно было. И ты покуп... То есть, и все знали, там нигде, по-моему, не написано, не было ни хрена на самих картах. Но все знали, сколько на той или иной карте находится часов. То есть, все знали, где находится дешевый интернет. Вот этот 321 был самый дешевый, там, по-моему, на 30-рублевой карте было что-то часов 6, по-моему. Или около того. Все знали, где самый дешевый интернет. И у всех таких более-менее задротов, ну, то есть у меня, например, какое-то время лежала просто стопка из этих карточек. У некоторых эти стопки были просто огромные. У некоторых просто коробками лежали эти карты, ну, кто часто пользовался и много. Довольно-таки прикольно было. А, я ночью играл в Fallage, я его просто тестил. Мне не очень понравилась картинка в итоге. Я буквально час ночи его погонял, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть. И там битрейт надо ставить другой. Потому что то, что хорошо для Айзека, то уже для шутера не очень. Если честно, я никак не могу поймать эти настройки для шутана. Потому что там моменты относительно статичные, там все неплохо. А вот когда начинаешь против, как я против Гулии, например, воевал там, тоже да. Там мыло, пиксели размером с кошку, вообще все некрасиво. Это при том, что у меня графон и так стоит на минималках. Потому что, не знаю, потому что оптимизация сосет. И графон не выглядит так, как, например, у меня графон выглядел в пятой GTA. То есть в пятой GTA у меня графон выглядел офигенно и лагов не было. А тут выглядит так, как будто мне что-то не додали. Да, против Гули. Гули, 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 Гули.
Но они быстрые, блин. Это прям чисто Dying Light. Вообще Fallout мне напоминает Dying Light по какой-то причине. Кроме того, что это постапокалипсис, Fallout 4 мне дико напоминает по стрелушке по зомби в Dying Light. Не в самом лучшем смысле. Так, что у нас тут? Ах ты ж, черт возьми, я так и знал. Эта игра меня подставит. У нас в Беларуси Белтелеком провел высокоскоростной интернет, только в многоэтажные дома, 400 белорусских рублей, 100/50 мегабит в секунду. Частные дома только до 8к килобит. Нам сказали, что в будущем высокоскоростный интернет для частных будет доступен по Wi-Fi. А, ну да. Типичная схема работы для телекома. Ростелекома. Примерно та же ерунда творилась. Проводили когда хотели, кому хотели и куда хотели. И плевать они хотели. Вообще на все, по-моему. Зато диалог подсуетились. У них вообще все схвачено по документам. У нас в городе. Я так понимаю, это наш городской провайдер чисто. Не знаю, есть ли у них филиалы в других там городах. Ну, я имею в виду, вне области. Но реально, пришел мужик, дырку просверлил, кинул кабель и ушел. Все. Все. Взяли деньги, теперь с меня абонентскую плату берут каждый месяц. Но Ростелеком слишком хорош для этого. Они очень долго телились и, в общем-то, дотелились, по-моему. Вот. Сочувствую тем, кто Ростелекомом и Белтелекомом пользуется, потому что, как бывший пользователь, сочувствую. Что подключают через задницу, что цены завышены, как по мне. Оценочное суждение 18+. Выстрелил. Я думал, он не выстрелил вообще в меня. Сначала не понял, потом обрадовался, потом увидел правду. Ай, 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 господи, три штуки. Где ж было, по-моему? Или я каждый раз буду удивляться, что их три штуки. Просто все, что я слышал про Ростелеком, вот все его ругали. Все. Просто я не видел ни одного человека, который сказал бы, да, Ростелеком, короче, это лучший провайдер в мире. Оценочное суждение 18+. Сделка? Да, хоть какая-то. Не знаю, зачем мне это. Остальное мне, в принципе, тоже не нужно. Сергал, ты так и будешь улетать в мут за ссылки? Может, не стоит? Невыгодно подводить в многоквартирные, нафига подводить к одному? Не, лучше подвести к нескольким, а вот тоже подключится на Ростелекомовскую иглу. Не, если бы они подводили интернет вообще, ну, хоть как-нибудь, я бы слова не сказал. Вот и дело, что они его ни хрена не подводят. Ну, по крайней мере, у нас не подводили, я не знаю. Может, как-то в других городах что-то иначе. То есть у меня-то проблема с Ростелеком как раз-таки была в том, что они не хотели подключать нормальное оптоволокно. Я очень долго сидел на DSL. Ну, по-моему, и сейчас ни хрена не поменялось.
High Priests. Priests. Блин, как бы кони не двинуть. Оу. По-моему, я под все атаки попал. Ауч. Вот скажите, смысл был комбо набирать вообще, если финальный босс в любом случае бьется 2 минуты? Я хочу, чтобы Макмиллан задал себе этот вопрос. Просто какой смысл в комбо и вообще вот покупки и во всем таком здесь, если все равно босс бьется не менее 2 минут с любой комбой? До сих пор. Сочувствую. А, до сих пор не оптика. Да, я немножко туго соображаю. Всегда. It's my normal, my natural. Оу, yeah! Раньше фанатели от Локи, теперь фанатели от попки. Фу-фу-фу. Так, ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Боже мой, Макмиллан. Сделай так, чтобы это не машина хотя бы не засорялась каждые 5 монет. Это так отстойно, это так сосет. Хорошо, минута 30, блин, но все равно его надо долго долбать. Взрывающимся косом я его не грохнул, я грохнул себя. А, черт. 6 монет. Пожалуйста, Эдмунд, плиз. Тайрон, плиз. Somebody, плиз. Someone, я не помню, как правильно. Убедительно вас прошу, сделайте что-нибудь.